Дорабаларундогаттар, үтү күнүнен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Биги терябитыл бытын үйрәттен ихебит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгүн биги хаңырсыгыяхпыт, киги майгытын тухунан. Тема сегодняшнего урока – черты характера человека. Игиллен, ойдем хаңалары. Слушайте и запоминайте слова. Үтү, үтү, добрый. Эйегес, эйегес, общительный, вежливый. Эреллек, эреллек, верный, надежный. Камнастак, камнастак, о человеке шустрый, бойкий. Кохун, кохун, смелый, храбрый, мужественный. Көрсе, көрсе, внимательный. Кылылак, кылылак, уважительный, уважаемый. Мекконек, мекконек, настойчивый. Хюректек, хюректек, старательный, трудолюбивый, прилежный. Хымнягас, хымнягас, спокойный, смирный. Эхактак, эхактак, шутливый, веселый. Эгюэмер, эгюэмер, послушный. Кюстек, кюстек, сильный. Хуруксут, хуруксут, грамотный. Аны оңарохпут предложениеларда игиллен кайда хаңарар бытын хаңалары. А сейчас в составе предложения слушайте, как произносятся слова. Мёккюэннек ого. Мёккюэннек ого. Настойчивый ребенок. Эреллек догор. Эреллек догор. Надежный, верный товарищ. Эхем ыхактак, эхем ыхактак, дедушка шутливый, веселый. Кохун кихи, смелый, храбрый человек. Балтым эгюэмер, камнастак, балтым эгюэмер, камнастак. Братик послушный, шустрый. Эйегес, көрсе күз. Эйегес, көрсе күз. Вежливая, внимательная девушка. Бүгін биеге хаңырысты бит, киги майгытын тухунан. Сегодня мы с вами поговорили на тему черты характера человека. Урок путь бюдте. Нятяскан доктор. Урок закончился. До свидания, друзья.